Один стоял байтерек, и вот сейчас, не знаю, сейчас есть или нет этот байтерек. Ну, сколько лет прошло? Мы дети, как-то уж карабкаемся туда. Самое единственное дерево высокое по веткам. Я обычно стараюсь это дальше всех, больше всех. Никто не мог меня догнать. Я обязательно, порядке, стою над всеми. А мне предупреждает старший, говорит, Турегельдин, нельзя бармана, кулайсун, маскара волос. Нет, это. В районе все дети знали, что я иду выше, обязательно выше. Я не позволял никому, чтобы кто-то был выше, это немыслимо было. Он по-прежнему все тот же упрямый мальчишка, что, несмотря на уговоры друзей и угрозы взрослых, карабкается по стволу могучего байтерека. Он поднимается все выше и выше к небу, древнему богу тюрков, своих далеких предков.